Традиционно, подводя итоги уходящего года, Казанский федеральный университет чествует своих лучших студентов, которые достойно представляли КФУ на конференциях и конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня. Большое количество номинаций, конечно, ежегодно появляются новые, то есть конкурс идет в ногу со временем, можно сказать, отвечает запросам студентов и общественных организаций. В этом году новая номинация «Лучший студенческий отряд». Соответственно, ребята, которые летом выезжали на Целину, будут тоже доказывать, что их отряд был лучшим. Конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – заочный, подготовка конкурсных работ, выдвижение кандидатур для участия в конкурсе. Второй этап – очный, проведение собеседований с участниками конкурса. Собеседование по индивидуальным номинациям проводится непосредственно с участниками конкурса, по коллективным номинациям – с руководителем студенческого общественного объединения и коллектива. Скоро заканчивается только прием заявок, то есть прием конкурсных портфолио. Далее участников ждет заочный этап, когда будет работать жюри конкурсно и рассматривать каждую поданную папку. После чего лучшие конкурсанты будут приглашены на очный этап конкурса. Третий этап конкурса – церемония награждения. Это торжественное объявление лауреатов и победителей в каждой из номинаций. Напомним, что первый этап заочный заканчивается 14 ноября 2022 года. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.